Всем привет! Вы на канале Польза.нет стримы. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. И сегодня мы с вами будем рассматривать два смартфона. Один ROG Phone 8, второй ROG Phone 8 Pro. Но ROG Phone 8 Pro мы все-таки будем рассматривать постольку поскольку, потому что, может быть, я сделаю все-таки на него отдельный стрим. Хотя, по большому счету, это два одинаковых смарта. Только у одного больше оперативки, у другого меньше. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, потому что мы здесь с вами совместно делаем 100% уникальный контент. Мобилок у меня много, желаний у меня много, и тестировать в онлайне ничего этого не перекроет, скажем прямо. Потому что одно дело, когда вы видите тесты на экране, как сегодня сделаю маленькую рекламу, хотя опять же это не реклама, распаковки, два упаковки. Мы сегодня с ним рассуждали, почему у Red Magic 9 Pro Plus, у него тоже скоро будет обзор, у меня одни результаты, у Ашоперса одни результаты, у него тоже одни, а у кого-то суперские результаты. Ну, скорее всего, это все-таки морозилка. Ну, вы поняли, к тому, что у меня здесь тоже относительная всегда морозилка. 16 градусов работает кондиционер. Повторяюсь, не забудьте подписаться на основной канал Польза.нет, где будет, разумеется, обзор на этот смартфон. Вполне возможно, если как Nubia Z60 Ultra, которая у меня утонула, и она у меня сейчас здесь в коробочке, я ее еще повезу для того, чтобы сдать, продать на разборку, я сделаю еще обзор одним кадром, но камера здесь не блещет. Я уже примеры фоток скинул. У меня для ROG Phone 8 версия Tencent. Это версия для Китая, а ROG Phone 8 Pro – это глобалочка. Я не из той категории людей, которые будет вам рассказывать, что Tencent вообще ни о чем, и то, что вам нужно вручную обновление будет устанавливать, ничего в этом деле критичного нет, учитывая разницу в стоимости. А на минуточку его можно по ссылкам в описании можете посмотреть. Я не знаю, сколько у вас будет показывать, потому что на Али теперь постоянно разные цены. Так вот, его можно сейчас за 65 примерно взять. Если вы будете брать, допустим, в Европе, это $650. Я, в принципе, так и покупал с промиком. Если будете брать в Европе, минимальный ценник на него 1099 евро, я не уверен, что, может быть, еще какие-то будут купоны, промокоды, бонусы. Напишите, если кто-то уже покупал. Я знаю, что кто-то уже покупал в Великобритании и других подобных странах из русскоязычных пользователей. Из интересного, давайте сразу первый момент, чтобы те, кто любят Asus'ы, еще раз меня услышали. Я считаю Asus'ы лучшими смартфонами, в принципе, на рынке среди игровых. Это реальный игровой смарт. И все, кто говорят, что Asus ROG Phone 8, они сидят плохой. Они сидят с ROG Phone'ами просто другими. А почему 8 плохой? Потому что дорого. Потому что курс вот так вот сделал, и все, да ладно, по 100 рублей за доллар. А когда-то было 50, а когда-то было 70, и, разумеется, всех перекашивает, потому что мы все как в рублевом эквиваленте воспринимаем это. Я еще, наверное, год буду вспоминать, что эти $650 позавчера были 55 тысяч. То есть за 55 тысяч, плюс еще промокоды, купоны раньше были, и, соответственно, вы до полтинника могли бы этот смарт взять. Сейчас, да, сейчас это $650, и, к сожалению, вот такая вот беда. Тяжело нам каким-то образом осознавать, но где вот это 65 на Али, а вот это 70, то, что у меня умерло от утопления и было ужасно. Но, опять же, это не игровой смартфон, но посмотрите, ROG Phone 9 Pro Plus, у меня у многих обзоры, кто не держал их в морозилке, это вот это прям вау. Но сразу, так как я уже расхвалил и сказал Asus лучший, я получил культурный шок с этим смартом. Почему? Как только я его распаковал, я повесил его на зарядку. Я подождал полчаса, ничего не произошло. А, нет, я его зарядил полностью, разрядил в PC-марке, потом разрядил в тротлинг-тесте, и он до последнего процента в стандартном режиме показывал просто бомбические результаты. Я такого вообще не видел у смартфонов. На 1% я его остановил, разрядил до нуля, и вот с нуля до процента он у меня зарядился за 7 минут, а потом за 30 минут не продолжал заряжаться вообще. А я еще час подержал на одной зарядке, на другом входе. В общем, в итоге, чтобы его реанимировать, мне понадобилось 5 с лишним часов. И, как мне правильно написали те, кто покупают Asus ROG Phone, это нормальная история. Для меня нет, потому что у меня столько трубок было. Я посмотрел, кстати, 398 смартфонов я обозревал за последние 2,5 года. Разумеется, 95% из этого я покупал. И почему я, наверное, про Asus не запомнил это дело? Потому что у меня такого не было. Я единственное запомнил, что я Asus ROG Phone 6D разбивал стекло,
Но в итоге я продал его плюс-минус те же деньги, единственное, со стеклом. То есть я человеку отдал рокфон и внешнее стекло, чтобы его можно было поменять. Но это уже такая сторителлинг, моя история. Не забываем прожать лайк. Сегодня мы, помимо этого, будем, разумеется, разыгрывать смартфон, ой, какой смартфон, 7 Mi Band 8 серии, потому что 2 Mi Band мы переразыгрываем. Напоминаю, что тем, кто смотрит канал ради Mi Band, их очень мало. Раз в 3 месяца вы можете выигрывать. Если вы выиграли один раз из 3 месяцев, потом 2 месяца вы не участвуете. Я их переразыгрываю, эти смарты, потому что я не перепроверяю. Какой проц там? Ген 3 у всего. Но если хотите по спекам, мы сейчас мягко пройдемся, потому что ну, мы все равно откроем сам этот смартфон. Ген 3, аккумулятор стал поменьше, он стал 5500 мАч, но сам смарт стал полегче. Если говорить про какие-то минусы, плюсы, многим не нравится, как он стал лежать в руке, но 99% той аудитории в руках его и не держало, в принципе. Круто, что появилась влагозащита IP68. Это все-таки становится максимально универсальным игровым смартфоном. Как правильно сами игроки говорят, мы не люди, которые сидят постоянно за компом. Мы иногда выглядываем в окно, чтобы что-то сфотографировать. Иногда выходим на улицу и попадаем под дождь. И, в принципе, разумно. Если говорить про зарядки и все остальное. Вот такая у нас зарядка китайская на 65 ватт мощностью. Я зарядку засек с 1% до 70, до нуля я второй раз уже не разряжал, за 36 минут. И с 1% до 100 у меня за 56 минут он зарядился, без активации режима быстрой зарядки. То есть, может быть, там еще, если покопаться, можно ускорить. Понятно, что 95% людей, кто является игроманами и игрофанами, будут играть на кабеле, потому что он поддерживает зарядку, минуя аккумулятор, и это хорошо. Вот, как он будет отрабатывать в этих случаях, мы с вами узнаем. Если говорить про, кстати, почему-то моя рука отрубилась. Опа, не тот я выключил. Я не то, не ту выключил. Сейчас я проверю, почему у меня не работает вторая камера. Я думаю, мы все наладим. А после этого, да, все, сможем показывать. Напоминаю, что у меня восьмерка Tencent версия, это для Китая, ее надо вручную будет обновлять. Проблемой я не считаю это большой, но опять же, я почти всегда Tencent покупал. И 8 Pro глобалочка. Если говорить про само устройство, давайте 8 Pro отложим, потому что, ну хотите, давайте на 8 Pro поставим тротлинг тест ради интереса. Гонять отдельно 8 Pro или нет, напишите мне в комментах, пожалуйста, потому что по факту это такое же устройство, только дороже. Может быть, правда, он покажет другие результаты относительно глобалки. Беспроводная зарядка есть, да. Появилась беспроводная зарядка, реверсивная зарядка, IP68. Камера поприличнее, но, опять же, это только название. Заметьте, что датчик отпечатка пальца здесь находится на максимально некомфортном для многих положений. Почему? Потому что он дорогой. Но я шучу насчет некомфортно. Максимально комфортно он находится высоко, и это круто. 5 секунд, скачанные файлы. Да что ж такое? Загрузки. Есть. Открываем. Установить. Тротлинг-тест я сейчас установлю на иксы. Вот смотрите, он автоматически включает режим. Получается, все работает. X, то есть ничего не надо делать, он понимает, что у нас идет тротлинг-тест, и он говорит: друг, я хочу тебя помучить. Какая комьюнити у Asus, это просто космос. То есть там они настраивают все и вся, и я даже оговаривать не хочу. Если вы решите подсесть на Asus, знайте, что народа там просто нереальное количество. И плюс еще, допустим, тот же миллионный блогер Илюха с распаковка 2 паковка. Он всем расскажет, куда идти и где спрашивать, как настраивать смартфоны. Понеслась. Начнем мы с стандартного, от Antutu. Я гонял его. Получается. А, кстати, вы не видите, наверное, что я гоняю этот.
Мне не нравится, что он медленный. Ну ладно, потом разберемся мы с режимами. А пока вы все видите или нет? Нет, вы не все видите. Вот так вы будете все видеть. Но надо все-таки режим поменять на SQ. SQ и 5 секунд. Я ISO выставлю. Так, это почему-то диафрагма выставляется. Мне надо ISO. Вот ISO. Все, отлично. Мы теперь будем ISO выставлять вам. И вот так, я думаю, 400 норм, да? Вы экран видите хорошо. Рано или поздно и с этим я освоюсь, но согласитесь, уже прогресс есть. 31 градус у нас температура процессора, температура батареи 27. По поводу устройства, все в минималочке, 12 гектар оперативы и тотал 256 у меня. Так, наверное, все-таки надо поярче сделать. Не наоборот, не темнее. Все видите? Или сделать покрупнее? Покрупнее. Все. Вот, черная тема, модуль отрисовки Adreno 750, но здесь все то же самое. Задняя камера 13 мегапикселей. Кстати, по поводу фронталки, единственное, я могу сказать, вот 8 мегапикселей. Мы уже делали с вами пример моей личной телеги кружка, которая записывает эта фронталка. И то, что она по центру находится, в принципе, людей, которые не держали смартфон в своих руках этот, я могу поддержать в плане того, что, наверное, лучше бы было, если бы фронталки вообще не было, либо она была спрятана. То есть она здесь ужасна. Несмотря на то, что вроде бы она выглядит норм, а то, что она как отрабатывает, это просто ни о чем. По поводу батареи. Мы сейчас с вами погоняем его, конечно, в играх. Но с батареей я сейчас вам сразу покажу PC-марк, потому что на 165 Гц, кстати, надо включить еще... Хотя, с другой стороны, зачем нам герцовку включать, если мы во внутриигровом режиме включим все эти градусы и все остальное. Ну, все равно. PC-марки он выбивает очень скромные 5 часов 15 минут. Но магия этих 5 часов 15 минут в первую очередь в том, я думаю, что свет здесь надо отключать. Вот здесь вот свет надо отключить с меня, да? Да, так лучше. Так вот, магия в том, что это очень скромные циферки, и они обусловлены тем, что он был на максимальной яркости. Зато, если вы обратите внимание на 24 тысячи в PC-марке по Work Performance, это нереально круто. Давайте я со всеми еще раз поздороваюсь. Не забываем прожать лайк, все, кто пришел. Фронталка, затычка. Да, лучше бы ее не было, либо была бы в углу. Либо была бы под экраной, даже убогой. Слава, привет. Сергеев Ельд, привет. МСРонда 27, привет. Вячеслав Кузьмин, привет. Всем, кто пришли первый раз, огромное спасибо, что пришли. Не забываем подписаться, не забываем прожать лайк в рамках привета. И помним, что я сам поедаю у себя просмотры, но мне так комфортненько. Патриот, привет. Денис РКН, привет. РНК, Алексей, привет. Евгений, привет. Universal Rus, привет. WW, Альберт, Роман, Михаил, Недополитик, Василий и все остальные. Напоминаю сразу к тем, кто оставляет комментарии какие-то. У нас все площадки упоминания запрещены, поэтому вы будете все равно, все комменты будут уничтожены. Почему? У каждой была у меня какая-то неприятная история, кроме Али... Ну, а с Алишкой все истории у меня решались как-то. И ямы, в принципе. И второй момент, это у нас нет ни обсуждений никаких, ни в какой форме, никакой политики и религии. Ее просто нет. У меня нет мнения ни по поводу чего. Может, это кого-то отвернет, но мы говорим про железки. И это место, где вы как раз можете отдохнуть от всего инфополя, которое есть в интернете в той или иной форме. У нас у всех все-все хорошо, и нас интересуют вот эти железяки, которые будут выполнять те или иные задачи у нас. Если говорить про основные камеры, да, здесь вроде бы все волшебно написано, но на заборе много пишут, повторяюсь, что в телеге я уже скинул примеры фотографий, примеры видео я делал, и, кстати, так же, как и Oppo Find X7, хотя он почти как X7 Ultra, но X7 Ultra, X7 меня разочаровал там при переходе с одного модуля на другой, беда, а здесь, в принципе, не беды нету. Чтобы вы были в курсе. И насколько хорошо или плохо, опять же, решать вам. Но обжегся один раз на Азусах, больше не интересует. И это правильно в каком-то смысле. Но, опять же, в чем вы обожглись?
Я вот на Нубии постоянно обжигаюсь, но все равно же покупаю. Я не топлю за Азусы. Мы сейчас их просто обозреваем. Так, дальше, по-интересному, что может быть кому-то интересно. Geekbench, но он не особо кому-то интересен, хотя в сингл-коре он рвет всех, разумеется. В шестом мультикоре то же самое, 23 Ultra 5000. Хотя уже лучше сравнивать все-таки не с этими устройствами. Из интересного, прям реально интересного, я провел его в 3D-марке. Все тесты, я почему-то его не вижу, потому что самая магия в нем была в том, что он не перегрелся в этих тестах. И все, что вы видите сейчас, в отличие от ROG Phone 5 Pro, от ROG Phone, от ZTE Nubia 9 Pro Plus, вот это вот дело, все, оно было без морозилки, прошло. Ну, я не знаю, у кого-то в вне морозилки, наверное, на улице при минус 30 проходило, но он забыл упомянуть. Потому что я повторяю, что у Илюхи такая же беда, я не говорю про Азусы. Азусы, вот, устойчивость 83%, в Solar Bay, у него, кстати, повыше, у Илюхи. И 8 Pro, ну, опять же, здесь 83. У него, по-моему, 85. Extreme Stress Test. Wildlife Stress Test 83. И Solar Bay 83. То есть, в принципе, опоссум, ты кусок моего сердца. Я не могу с тобой здороваться. Конечно, привет. И котлета тоже. Евгений, не забываем прожать лайки. Все. Вы увидели 3D Mark. Все это проходится без каких-либо изощрений. Ну, единственный момент, я думаю, те, кто подписаны на мою телегу, видели, что он до 52 градусов разогревался. И это, конечно, жесткая история. Кстати, я сейчас посмотрю. Может быть, я тротлинг-тест сохранил фото. Нет, фото не сохранил, но я видео вам покажу. Не видео, а конкретно картинку с видео, я думаю, вам будет достаточно. То есть это, чтобы вы понимали, было на последней минуте. То есть это прям нереально круто. Вот этот вот график 253 гипса. Это последний процент, не последняя минута. То есть 22 минуты на последнем проценте он просто творил чудеса. Я такого еще не видел, честно. Вот. Что за очки? Это очки Roidmi, исключительно для того, чтобы и камере было сложнее, и какой-то там, не знаю, интеллект добавить для лица. Повторяюсь тем, кто говорит, что мне мешают очки использовать смартфоны, и мне закругление не нравится на экранах, потому что у меня блики от очков. Я не использую со смартфонами очки, я использую их на стримах и в обзорах. Вот. Нубия это вообще хлам. ZTE. Ну, это не Нубия, это ZTE. Ну, почему хлам? Ну, людям как-то надо зарабатывать. То есть, опять же, вы прикиньте, сколько сделают денег на этом полумертвом бренде перекупа. Я говорю, ее, скорее всего, просто тележками везут на лом. Там 10 тысяч рублей 3 килограмма. И ты в Китае, а потом пичешь всех их в России. Такой, ха! Плюс 3 жизни спокойно. Вот. Опять же, может быть, я не прав. Потому что я повторяю, что у Nubia Z 60 Ultra, в отличие от ROG Phone, 300 страниц на великолепном FOPDA. Вот и все. Ощущаете, как кто распиарен? Но он дно. Red Magic дно. Но опять же, по моим тестам. Я знаю одного блогера, у кого суперские тесты. Распаковка тоже удивляется. Ну вот так. За 18 минут продал как минимум один Asus. Ну, свой я уже продал. И один, и второй. Почему я его продал? Это для игры. А, кстати. Ладно. В общем, смысл в том, что 3D Mark он прошел, и я этому несказанно рад. Разумеется, NFC модуль в наличии. Напоминаю, что здесь 65 Вт зарядка. Беспроводная зарядка на 15 Вт стандарта Qi. Реверсивная зарядка тоже в наличии. Разумеется, есть GPS. Если брать по менюхе, которую вы сейчас очень плохо видите. Мы должны настроить вам картинку. Могу переключить, в принципе, уже с лица на смарт. Давайте переключусь. Вот. И в целом, единственное, надо, наверное. Вот видите, либо темно, либо темно. Зато четко все. По настройкам. В чем мы будем его гонять? Switch SS. Сначала давайте не жалеть его. И проверить DC-Dimming. И все остальное. Зачем я в спецвозможности сразу вошел? И яркость максимальная.
Вот яркость. Мне надо тему поменять, кстати, иначе мы... Экран, персонализация, конфиденциальность. Не надо, а вот тема. Темная тема. Все. Понеслась. Что он хочет? Набор для улучшенного поиска. Кстати, по поводу звука, он здесь не волшебный. К сожалению. Но, разумеется, стерео. Так. Я его еще прокомментирую, но чуть позже. Стоковая яркость 975 люксов. Адаптивная. Врубаем. И проверяем фонариком. Надеюсь, что он среагирует. Ну, это вообще... Вы видите? Вот что такое графон. И держит же. Без прыжков. Найти вам 10 различий между нубией. Я говорю, меня, чтобы вы понимали, комьюнити у Asus намного меньше. Ну, потому что как бы люди покупают дешевые, и им лучше думать, что дешевое лучше. Но дешевое не лучше. Вообще никак. Особенно, когда ты говоришь про игрофон. Если ты хочешь игровой смартфон, купи ты себе какой-нибудь там покафон и все. Poco, X6 Pro, X6. Ну, похимичишь, что-то получится. Не надо выделываться. Ты не умнее, чем рынок. Так. Ну, с экраном мы разобрались. Адаптивную яркость мы отключаем. Выставляем максималочку. Даже поменьше чуть-чуть. Перед тем, как играть, поменяю на сотку. И можно дальше показывать вам менюку. Да? Так, сначала система для разработчиков. Ничего себе, я уже его разблочил. Если говорить про частоту обновления. Вот она, 120 Гц. По поводу Bluetooth. Ну, разумеется, здесь 165 Гц нету. Кстати, интересно, можно ли выставлять здесь... О, LTPO. Сразу видно, видели, 48. Оно не должно было быть так, ну ладно. Смотрим. Подсветка экрана, Always On Panel, заставка, вырезание, диспетчер значков. Приложение во все экран. Я хочу посмотреть. Режим X, видите, регулируется. Режим X у нас включен. Надо его отключить. Я его отключил. И после этого мы можем уже частоту обновления выставлять. В принципе... А, вот и в чем дело, видите? То есть в менюхе он 165 показывает. Просто это был режим X. Но, наверное, все равно врубится, как только я зайду в этот... В игру. Разумеется, здесь просто море всего. По поводу... Кстати, так, все... Здесь все окей. Во что будем играть первое? А, кстати, мы шим не посмотрели. Потому что что-то как-то мне кажется, что здесь с шимом не все в порядке. Скажите, ты утопишь что угодно. Хотя нет, видите, все норм. 2%, 6%, ничего ж себе. Ну ничего себе. Вы все видите? Я не проверял до стрима. Ну, это хорошо, когда делают хорошо. О! Если резко менять, то все будет плохо. Но если плавно, то все будет хорошо. Не забываем прожать лайк. Нет, Котлета Про, все, он умер. Z60 Ultra погиб. Потому что его IP68 это только для того, чтобы продавцы его могли рекомендовать. Что он не боится... А потом в следующий момент они скажут, а зачем это вам надо? Говорю, вот что меня больше всего бесит, я утопил смарт за 60 кусков. И ни один человек же не сказал, что утопил. Вы помните, сколько было хейта и хайпа, когда Xiaomi 14 Pro топили? Почему? Потому что его не продавать или продаешь, когда маржа низкая. А когда ты ZTE продаешь, у тебя маржа там, не знаю, 25-50% с этого смартфона. И, конечно, зачем о нем говорить, что его можно утопить? Нет, у меня прибор не сломался. Для того, чтобы понять, что он не сломался, давайте я вам покажу. Регион, видите? Залоченный, мой залоченный, любимый S3.
Пам-пам. Вот он, AS3. Чтобы вы понимали, как была, как был шим, так и остался. Очень легко проверять на AS3. Он когда двигаешь, он взлетает вообще конкретно. И подстраивается потом. А с мерцанием, скорее всего, из-за камеры беда. Если я, наверное, подальше чуть-чуть сделаю. Если я сделаю в автомате, мерцания не будет. Не должно быть. Видите? То есть вот это автоматический режим у камеры. И мерцания никакого нет. Пам-пам. Повторяю, что у меня одна камера подключена, та, которая на лицо, получается, через карту захвата, а этот не через карту. Надо карту захвата еще. Две карты захвата же могут одновременно работать. А босс, у меня ничего не сдохло, у меня Xiaomi не тонул. Просто у кого-то тонул Xiaomi, я протестировал тот же Xiaomi, у меня он не утонул. Но никто не говорил, что вот я, когда у меня утонул Nubia Red Magic Z60 Ultra, ни один человек. То есть в благосфере ничего не тонет. Samsung Z Flip 5, конечно же, тоже никто не передал, что он тонул. iPhone 14 Pro, когда у меня на третий день продаж утонул, то же самое никто. Почему? Потому что выгодно не говорить об этом. Николай Болдуреску, если вы не понимаете физику процесса, хорошо. Погуглите, как это происходит и почему на камере, которая в автомате сейчас работает, мерцание. На любом смартфоне будет мерцание. Кстати, можно посмотреть на... Ну ладно, это все лирика. Не-не-не, никаких эмуляторов, ничего. То есть стандартно мы сначала начнем хорошо. С PUBG New State. Могу с Immortal, но лучше с New State, пока у меня есть настроение. Хочу отметить, видите... У нас работает великий ужасный смартфон под названием. Так, что у нас интересного? Если будет картинка не очень, то надо что-то будет делать, но вроде бы пока все норм. И надо, чтобы вы все видели. О, все. Так, ну он прохладненький, разумеется. Насчет вопроса с картинки с устройства. Чтобы картинку с устройства выводить, надо либо в Твиче параллельно стримить, либо второй вариант, мы должны подключать к нему карту захвата. Но не все смартфоны будут работать с картой захвата, это раз. Так, а здесь у нас получше будет, да, картинка. Сейчас я, подождите, подберу все-таки. Наверное, все-таки придется в SQ. Так, это апертура. Ой, диафрагма. Зачем мне диафрагма? Мне нужен стил. 5 секунд. Вот я все время пытаюсь сделать... Да, все. Что-то лучше, но надо что-то стандартное делать просто и все. Ваши ставки, когда, по вашему мнению, он должен сбросить яркость? На Геншине разогрей лучше. Да нет, мне по мне лучше, подождите, подбор матча отключить. Все-таки здесь. Макс, ультра, высокие, включена. Я думаю, достаточно будет 15 минут, чтобы мы увидели, как исчезает батарея. И, кстати, вот здесь все-таки давайте-ка... Включим Геншин, гейм... Все. Game Engine. Что у нас из интересного? Частота обновления фикса 165. Вибрационный отклик. Окей. Ладно. Неудобно. Как же он... Он как-то снизу, по-моему, вытаскивается. А
чтобы активировать. Ладно. Как его начать-то? Game Center. Не хочет. Ну вот, нажимаю нажать. Что за беда? Вот все видят. Раз. Сейчас мне скажут, что я никак, как-то не так нажимаю. Ладно. Game Engine. Смотрим, как включать. Game Engine. Так, настройка. Кстати, сколько у нас весит сама система? 19 гектар. Это вам не почти 9. Ну, 9 гектар, как вы помните, у... Так, управление списком игр, настройки записи игры, температура. Так что мне кто-нибудь напишет, как мне запустить Game Engine, Game Engine, чтобы он точно запустился? Или это тайна, покрытая мраком? Вроде снизу же просто тыкаешь и все. Нет? Ускорение в Game Engine. Все. Не выключайте оповещение. Все. Все оптимизировано. Отлично. Отлично. Оптимизирован, оптимизирован. Как его врубить? Виктор, мы еще не начали прожарку, чтобы сказать, смарт выжил или нет. Мы ее еще не начали. Да что ж такое? О, все. Так, режим X, я думаю. Частота обновления 144, AI, Air Triggers. Давайте настроим далее. Окей. Окей. Касание. Окей. Нет, управление действием не надо. Да что ж такое-то? А что, нельзя разве как-то какой-то... Как она вылетает? С угла потянуть. Ну хорошо, с какого? Выход из игры. Выход из игры. Раз. Не-не-не, я не шучу, с какого угла. О, все, слева, с левого верхнего вниз. Слева. Так, ускорить. Система оптимизирована. Что еще сделать? Что еще сделать, чтобы мне игрофаны не сказали, что я что-то не сделал? Мне бы... А, во, я знаю, что мне надо. Информацию в реальном времени. И где она? Блокировка, фрагмента, изменение режима, макросы. Пум. Ну все, по идее, у меня должна сейчас... О, вот все. Информация в реальном времени идет. Ну что ж такое? Какой-то экран, то ли экран маленький, то ли лыжи не едут, то ли... Экран маленький.
И эта штука подтормаживает пока. Так, все. 97% зарядки, 36 температура, FPS 30. FPS 29. Мы выставили настройки на максималку. И разобрались теперь. Рокфоны обычно покупают взрослые дяди, чтобы маньячиться. Call of Duty Mobile протестить. Хорошо. Но я скачаю сначала его. Нет, отклонить. Всем великолепного вечера. Помним, что контент уникален, учитывая объемы. Учитывая объемы и методологию тестов. Я думаю, что все согласятся. Даже те, кто не переваривают канал. А таких очень много. Продавцов. Или кто купил что-то, а потом ему надо продать. И такие, этот тип опять выгрузил обзор. Как продать? Что делать? Куда бежать? Так. Начнем с того, что я буду настраивать Air Triggers. Что-то... Все. Чтобы настроить Air Triggers, мне надо... Сюда нажать. Окей, left. Это. Right. Это. Все. Пока мне отклик не нравится у триггера. Вот, сейчас вроде. Это ж все ИИ. Все за механику. Кому больше сенсора нравится, кстати? В руке сидит невелик? Нет, точно невелик. Он скорее маленький. Ха. Вот чем хорош инстрим, да? Хорош. Вот что произошло? Что здесь за конфликт устройства с чем? Вы же видите? Подсветочка. Триггеры. Ладно. Смотрим, что в фоне. В фоне ничего нет. Так же, как и нет, в принципе, игры. У меня первый раз такое. Любимая фраза — это допилят. Ну что-то меня так даже... Видите, все у меня через... Да. Для этого вы приходите сюда. Как я говорю, смотрите мои обзоры, если хотите не купить что-то, да? Да какой прислали, у меня чек есть. Вы очумели? Я сижу и думаю, как мне возвращать деньги, если я его утоплю. Да все, я, конечно, зашел заново. Просто факт остается фактом, что я на быстром Wi-Fi сейчас. И дело-то не в Wi-Fi, он просто не прогружался. Вот. Все. Играем. Так, а теперь еще звук отрубался. Был глюк звука на момент. Народу не нравилось, что здесь рамки минимальные стали. И типа разнесли динамики. По мне все good. Вот это что за кнопка? Ага. Понятно. Она нам не нужна. Так, мы засекли? Нет, давайте засечем. Секундомер. Секундомер. Старт. Мы засекли, и процентов у нас 60... А, какой? 95. Если уж играть, то... Но опять же, давайте не будем вот этого только, что я на сырой прошивке что-то делаю. Процессор этот уже давно продает, да? В принципе. Пока мне тач не нравится, я еще не привык. Какой-то он тормознутый пока. Может быть. Но опять же, надо привыкать, потому что у меня уже была история, что я каким-то... Ох ты. Вещам привыкал долго.
Не понеслась. Все видят. Можно побольше взять. Опа. Бот — это всегда хорошо. Бот — это лут, да? Как говорится. А, все настроено у нас. Опа, еще один бот. Вот сейчас что такое? Типа фиксация получается. Надо пересмотреть, кстати. Потому что я думал, что фиксации нет у нас. Кто-нибудь заметил, у нас фиксация должна быть на триггерах. Что, по-моему, не должно быть. Это лабутень. Ну ладно, сейчас выйдем бежать и там уже проверю. Так, триггера. Что же за такое? Air triggers. Зажатие, нажатие, нажатие, нажатие. Кнопки охлаждения, понятно. У нас их нет. Не очень-то и хотелось. Ну, короче, сейчас сенсор был какого-то черта, сам себя зажал. Будем считать, и будет пока обрабатывать. Ну, что мы получили? Мы получили легкий завис. Так, одновременно с тачем триггеры работают. Все. Все равно есть ощущение проседалого. 88 FPS, все в огне. Я про тач. Как-то он не радует пока. Всем огромное спасибо, что пришли. Не забываем прожать лайки. В руках лучше ощущается, чем Red Magic. В разы. Red Magic ощущался у меня как что-то инородное. Хотя я не скажу, что прям... По материалам нет, Red Magic крутой. Сейчас попытаюсь натягивать сову на глобус. Крутой Red Magic. Крутой, крутой, крутой. Металлическая рамка такая же, как здесь металлическая. Может быть, в каких-то... Надо самому щупать. Я за вас не пощупаю. Мне нравится, что здесь вот эти вот штуки, они такие антискользящие. И у тебя он хорошо лежит. По размеру он мне хорошо, наверное, потому что у меня руки не очень большие. Небольшие, прямо скажем. Саня, да. Саня за 19 лет и 8... 9... Подождите, а сколько у меня... Нет, льготных у меня 32 с копейками. 19 лет 8 месяцев. Наверное, да, облучился. Приличненько так. Арена Breakout. Пам-пам-пам. Давайте я сейчас пройдусь... Полчасика в одном, полчасика в другом, да. Мы сейчас еще, кстати, попробуем, ладно, ROG Phone 8 Pro позаряжать. Сколько он с нуля будет заряжаться. Короче, прощаю мой сон, чтобы вы понимали, у меня сейчас 2 часа ночи. И поэтому мне стримы тоже тяжко даются, и через день я их делаю, или через 2. Не забываем прожать лайк, чтобы я раньше закончил уничтожать чужие продажи. Говорю чужие, потому что по поводу своих, мне знаете, сколько типов писало и магазинов, которые давай вместе, типа, коллабу, а-ля, ты у нас в теме. Но в итоге у тебя, если ты в теме с кем-то, то мне кажется, что у тебя все тесты лучше получаются, чем есть. Ну, как бы, вы же понимаете. Одно дело, ну, как-то подсознательно, наверное, даже. Флюиды твои будут влиять, и у тебя там игровые смартфоны, все 3D-марки будут без морозилок проходить, вот это вот все. Ролики ты не будешь красить. Или будешь, ну и будешь забывать об этом. С примером видосиков. Обожаю, просто русский YouTube тоже такая вещь. Многогранная. Так, мне кажется, что я не добегу. Если я не сяду ни на что.
Кофе надо? Надо, но, наверное, вы не будете ждать, пока я себе кофе сделаю. Это будет как минимум некорректно. Хотя, с другой стороны, кофе можно попозже, если народ будет интересоваться. Я еще раз повторяюсь, я понимаю, что рок-фоны это дорого. Я понимаю, что хочется все и сразу. Но я повторяю, что вам не нужны игровые смартфоны, если это не рок-фон или не Black Shark. Вы просто разочаруетесь. У вас будет желание просто это дело все разбивать. Оно вам не надо. Температура пока волшебна. FPS 90. Все. Единственное, я не могу никак привыкнуть к тачу конкретно. О! X8 это серьезная тема прям. Еще и Драгунов. Драгунов еще более серьезная. Так, а что у нас? Нет, не под этот. Хила нету вообще никакого. Ну ладно. Пока качать арену, подождем. Ну, я не могу сейчас параллельно. Если я буду параллельно качать, он будет быстрее умирать, правильно? Разумеется, что прогон его там на 15 минут в играх, это все мелочи жизни. Люди играют часами, и надо как-нибудь, может быть, там, пятичасовой трип устроить. Либо, как вариант, я просто-напросто его тротлинг-тест поставлю на зарядке. Как вам такой вариант развития событий? Злой? Достаточно злой. Вероятность ему погибнуть, как вы думаете, высока? А чё вот так? Так. Да все, я скачаю, что вам надо, потерпите. Дайте мне 30 минут хотя бы отыграть, чтобы я понял, что здесь нет никаких просадок, ничего не греется и все волшебно, правильно? Сбросить, сбросить. Все это нам не надо. Все это мы уже проходили. Мы уже преисполнены всей этой информации. Нам нужна каска хотя бы вторая. И дальше можно бежать в зону. Без второй каски это, конечно, печальная будет история. Но это такой облом. У тебя, не знаю, броня третья, а каска нет. А каски нету второй. Вот просто нету второй каски нигде. Хоть не играй, да? Опа. Мне кажется, что в зоне вот этот уже тип. Вот сейчас сенсор просто не работает. Тач просто не работал вот этот. Ну что это такое? Он слетел, наверное, слышите? Он реально слетел, скорее всего. То есть триггеры слетели с тех мест, в которых они были. Ну ладно, будем знать. То есть при перезапуске игры триггеры слетают. Триггеры слетают. Окей. Там вот трупаки. Ух ты, ёшки. Мне кирдык здесь будет. +38°. Это не нагрузка для этого смартфона вообще пока. И самое сложное ему было его загрузить. Хотя мы, правда, только рубимся, получается, сколько? 10 минут, но пока все волшебно. Что за ботская жизнь?
Жизнь бота очень терниста, да? Так, наверное, можно поярче сделать. Кстати, яркость надо будет через катку проверить все равно. Нет у меня ощущения, что сбросил, но может и не быть. Ну, может и не быть. Александр, приветствую. Николай Хромов, привет. Приятно тебя видеть. До скольки его можно греть? Греть при зарядке АКБ жалко. Нет, вообще при зарядке надо тестировать. Обязательно. Так, тач пока у меня не настроен. На следующую катку настрою. Это он слетел, может быть, кстати, из-за тача. Надо вручную будет прошивку установить. Опа. Так. Мне ищем легких путей. А брони у него не было, да? Каску я полностью снес ему. Блин, ну что за люди, а? Зачем идти, если у тебя нет? Или я ему снес просто каску? О! Я же нажал. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Да я же его поднял. Ну ладно. Пять живых. Но если его снесли там, то он справа, скорее всего, был. Здесь он вряд ли. Тот, кто его вынес. Что, есть в здании кто-нибудь? Стандартно. Или это я буду тем типом, который будет стоять в здании? Опа. Вот, все, в здании. Так, там 3% заряда уже. О, все. Ждем-с. Ждем-с, пока они друг друга перебьют. И через 10 секунд побежим. Да? Макушкой разговариваю, все. А, одного снять успел. Одного успел снять. Но их был сквад. Их был сквад, и самое важное, что нам надо понять, без, получается. Ну, мне кажется, он также 800 люксов выйдет. Да, 930. Пока у нас никакого сброса нет. Так, стоп. Все, так быстро. Слишком быстро. Следующий, следующий, следующий. И потом выставим. Не так холодно. Все. градусов это слишком. Мои догадки. Я не знаю, какой будет в гене. Мы в гену сразу перейдем. Потому что это все-таки игровой смарт. Правильно? Михаил Кутепов, я же пытаюсь с вами еще разговаривать. Так, не надо сарказма. Насчет игр не претендую. Хотя хотелось бы что-то показывать. Но я сейчас вам покажу что-то веселее, чем игры. Перед тем, как полностью его разрядим, и потом попытаемся зарядить. У нас здесь... О, очень странно, он пытался сбросить яркость. Вообще. У меня вот такая история есть для вас. Ха! Видите? Видите, как должен работать смарт, даже
когда у тебя 1%, понимаете? То есть у тебя 1%, а смарт просто бомбически, просто нереально себя ведет. Посмотрите. Ну вот посмотрите, 1%. Вот. На 1% у него такая тема. Ну и еще раз проверим меня на стрессоустойчивость и вас тоже. Что у нас произойдет, если мы его полностью разрядим. 8 Pro, не Tencent. Да, да, поэтому у меня уникальный контент, потому что я могу убивать свои смартфоны. Хотя этого не хочу, честно, потому что Nubia вообще просто, ну, я даже не хотел ее покупать, вы понимаете, что когда ты покупаешь третий эшелон, и ты знаешь, что он будет плохим, и ты приведешь себе, ну, чтобы вы понимали, а что я себе, вы думаете, я фанатов заработал каких-то там или подписчиков? Нет, люди ушли, которые покупают Nubia с грустными лицами, да, они придут через год, когда будут выбирать смартфон, понимая, что я их не нагрею. Вот, у кого-то он утонет еще после этого, кто-то достанет у них, что у них убогейший экран желтый, хотя народ это уже признает, но другие говорят, это его откалибру... его не откалибруешь, просто он просто мрачный желтящий экран. И к чему это все? Долгий этот период поиска подписчиков у нас совместный, но зато у нас, видите, какая крепкая тусовка в итоге получается. За 6 лет блогинга. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. И вне зависимости от ситуации, только вы об этом узнаете. Так, что у нас из интересного? 38 градусов, 39 градусов, GPU 45. И как-то все в огне, все норм. Хочу пока настроить триггеры. Air Triggers. Все. Вот сейчас он работает. Я не знаю, триггеры у меня подглючивают, я считаю. Ненормальная работа. Васту полечу. Еще много людей полетит в Васту. Так, на Snapdragon, который без тротлинга, есть VoLTE и Wi-Fi. Не понял. Сформулируй. С IP68 я без топов вам скажу. Это Samsung, который... А, ну у меня Flip 5 тонул. У меня есть топ-10 на канале. И скоро будет топ-10 на канале на Snapdragon Gen 3. Я думаю, всем интересно будет мое мнение. Моим подписчикам. Да, кстати, по количеству просмотров не только моим. Когда я делаю топы, приходят все. И хейтеры, и те, которые... Не, ну это вообще хороший смартфон. И в итоге молодцы. Читают комментарии и делают выводы уже не с мыслью в голове, я самый умный. Самых умных не бывает. Бывают разные мнения. И их надо все брать на вооружение, чтобы не нагреться. Ух ты, вот что это такое? Почему так происходит? Напишите мне. У меня нет... Что это такое? Это уже не прикольно. Вы все поняли, да? То есть триггер у меня под... Что с ним делается? Лабутень. Скажите, вот так фанатам приходить сюда смотреть. Допилят, но вот сейчас триггеры не допиленные. Это факт. Все, выключение происходит. Выключение Asus ROG Phone. Это важнее для меня событие, потому что я сейчас могу потерять много. Намного больше, чем просто ROG Phone 8, а ROG Phone 8 Pro. Врубаю я зарядку. Врубил. Опа. Ничего я не понял, почему разбилось. Опа. А-а-а. Потому что ты не используешь, наверное, триггеры, да, тип? Тип не использует триггеры, у него все отлично. Так, ROG Phone 8 Pro я поставил на зарядку. Да. Чтобы вы поняли, что... Ёшки. Аптечки точнее, но... Нет, друг, я не общаюсь вообще. Мне так все норм.
Опа. Напали все. Да что ты хочешь? Все уже в команде. Так, куда-то я утащил смартфон. Не шевели пальцами над триггерами, они же Air. Да, тоже вариант, кстати. Но вы сейчас видели? Вы сейчас видели, что было с триггерами, или меня глючат? Вот сейчас, кстати, вот все нормально. Так, все отлично. Начал он поднагреваться, 39, 44, 70 GPU, посмотрите. Но пока есть у меня ощущение, что он, может, сбросил яркость, но не факт. Кстати, можно, знаете, как еще проверять яркость? Вот так. 1000 люксов, он даже больше показывает. Вот так вот. 960 где-то. Ну а почему? Здесь тоже ген 8. 8 ген 3. Где там, тип? Это транспорт. Зачем мне транспорт? S24, S24 Ультра. Давайте S24 9 числа по тестю. Окей? Говорю, от вас зависит. Вот все, кто пришли сюда даже на пару минут. Ага, он пытался меня уничтожить. Не забывайте подписываться на канал с колоколом, писать какой-нибудь там комментарий и ставить лайк. Почему? Потому что в перспективе вы сможете увидеть когда-нибудь здесь свой смартфон и узнать то, что вам важно в онлайне, а не на стриме каком-нибудь там. Все, они меня уже достали, эта тусовка. Ну что, вы будете садиться или нет? Этот сядет или третьего места здесь нет? Так вот, здесь есть еще, ну ладно. Надо тебе? Нет, не надо, ну хорошо. Мейзу тестировать будешь? Какой именно? 21 и 21, я все уже про обзоры были. Я тестирую до обзоров и только то, что сейчас выходит, новое, то, что мне интересно. Повезло, Акум ожил. Чтобы вы поняли, уже 4 минуты 50 секунд прошло, он только показал, что он начал заряжаться. 4.40, короче. Все, запоминаем. Это первый процент. Через, получается, 4.45. Я надеюсь, что где-то через полчаса он покажется. Ух ты, ёшки. Очень неразумно с моей стороны было. Ну ладно. Засмотрелся на комментарии. Сейчас заеду в зону. До любой застройки. Чутка вспотел, 41. Да, да. Уже ощущается чуть-чуть. Играем мы не так и долго. Но я говорю, для этого и надо тестировать устройство и говорить, что если бы он был на проводной зарядке, я бы не стал, что он там от этого стал суперским. От того, чтобы он был на проводной. Проверим потом.
Если Asus зарядит на 0%, вот смотрите, 1% и 6 минут он пока еще не зарядился. Давайте ждать. Я надеюсь, что он... Да, у меня 1% на восьмерке заряжался 5 часов с лишним. Но я неправильно химичил по факту, а повесил его на зарядку. И через час где-то 20 я получил второй процент, но это уже потом. Так, стоп. Что-нибудь я там вижу там? Нет? Нет, не вижу я ничего. Могу я сбегать? Опа. Мотоцикл. Да пошли вы в топку. Я поеду на мотике. О, вот он. Угу. Вот когда команды играют, да, хорошо. Все нормально, я жду. Все. В дроп меня можно, интересно, нет? Да, нельзя. Нельзя передропаться. Ладно. Выход. Вы же ощущаете? О! А этот сдернулся за 7%, за 7 минут. До 4%. Так что то, что я говорю, это не свидетельствует о том, что так будет в вашем смартфоне, когда я о 5 часах говорю. Лучше не проверяй. Влади, а в этом-то и смысл, понимаешь, что могу ли я, Магнолия, вот могу и проверяю. И чтобы как бы люди, которые очень сильно меня не переваривают, радовались и понимали, что это мое конкретное потом попадалово. Я не верну потом какому-нибудь магазину с формулировкой, ну, скузи. Это вот мой косяк, мой ремонт там. Z5 Flip у меня так и валяется. 14 Pro, благо... А, кстати, его даже не продал, он все еще в работе. И что еще у меня? А, ну вот. Nubia. Ну, самое еще обломное, ладно. Когда они тонут, наверное, не так обидно, потому что когда я Meizu 21 Pro потерял, он у меня выпал с байка, и я его не нашел. Кстати, я недавно впаялся первый раз в байке, на байке, и там такая история была, что непонятно, кто виноват, но я заплатил и уехал. И теперь мыслю как-то по-другому. Да, может быть, довольно быстро, к радости кого-то, таких обзоров на YouTube не будет в один прекрасный день. Хотя я теперь буду поаккуратнее стараться катать. Вот. Но как оно получится, увидим. Так, попал на конец стрима на выходы. Почему наконец? Мы еще даже толком не начали. Сейчас я единственное подрублю, наверное, зарядку на камеру. Потому что она как-то... Как, кстати, картинка, как звук, есть претензии или нет? Карту захвата я пока не купил новую. Давайте скажите мне, у кого-нибудь есть идеи, какую мне карту захвата еще одну купить для второй камеры? Потому что с картой захвата качество картинки, конечно, в разы круче, чем без нее. Я только что раздолбал себе окно, по-моему. Ладно. Плохой вариант. Плохая была идея подключать питание от аккумулятора. Так. Ну, вы ощущаете, да, что вообще 9%. Ну, вообще долго он заряжается как-то. 10 минут, 9%. 5 секунд. Я сейчас освоюсь чуть-чуть. Кстати, слушаешь, температуру сразу измерять желательно. Камерой. 5 секунд. Да, мы еще настраиваемся. Потому что мы еще пока не уверены, что подобный контент необходим. У меня на основном канале конкретно просили просмотры, мне кажется, из-за этих моих идей. Так, и есть зарядка идет от Акума. Все, одна проблема отпала. А, Саня, распаковка 2. Во, Илюха, вот Илюха, он царь и бог азусов.
У него там такая тусовка есть. Я про тебя уже вспоминал. Я думал, кстати, что ты будешь меня вспоминать матом, потому что... Ну, вообще, я тебя вспоминал в хорошем смысле, но к тому, что сцелался. А, без моего присмотра авария, аккуратней будь. Да, буду аккуратней. И к чему это все? К тому, что Илюха у нас уже зависал в первой же загрузке, и у меня еще тач глючит. Вот. Сейчас посмотрим, как он будет. Но он какой-то... А что, нужно несколько раз, что ли? А, нет. Ты тоже постоянно в начале залипал. Ну и он не сказать, что прям... Сейчас норм. Но я пока местами не попадаю, у нас он периодически подвисает. Насчет теста на зарядке будем потом его гонять. Потому что там надо на несколько часов засесть и гонять. Вот. В распаковке два упаковки. У тебя же оба, Илья, у тебя оба, кстати, 8 и 8 Pro и на Tencent или нет? У меня потому что 8, восьмерка Tencent, а 8 Pro глобалка. Да, привет. Не к тому, что я вспоминал, что ты на RockPon делаешь обзоры, удивляешься, почему у тебя не как у всех. Вот. Я народу и говорил, что как бы как, ну, те, там, где магазинные обзоры, там разное. А когда блогер реально тестирует, у него одинаково. И у тебя, в принципе, одинаково со всеми остальными, кто не магазинный. И все. Пусть народа немного, но все знают. А, вкратце объясните. Вот зарядка 120 ватт. На смартфоне есть раздел турбозарядка. Это значит... Она будет работать медленнее, в более щадящем режиме. Турбозарядка всегда подразумевает, что у тебя будет быстрее изнашиваться аккумулятор из-за того, что у тебя будет включена быстрая зарядка, и смарт будет заряжаться при высоких температурах для аккумулятора. Вот. У смартфонов по умолчанию стоит щадящая зарядка. Медленная, чаще. Но это, в принципе, неплохо, потому что не всем необходимо, чтобы у тебя там через 15 минут уже была зарядка, правильно? На 100%. И, кстати, у меня 8 Pro с 1% сразу слетел. Ну, как бы зарядился. А восьмерка, говорю, 5 часов я с ней бегал и стрессовал, что и хана будет. Но, опять же, 8 Pro глобалка. Вот, может быть. Надо, кстати, установить. Вручную же обновление на Tencent устанавливаются, да? В Tencent есть запись. Запомни этот вопрос, и мы проверим его, хорошо? Потому что я, по-моему, даже симку не вставлял. Так, а что у нас там, кстати? Кто его валил? Опа. Ну-ка. Бот. Или не бот, неважно. Опа. А-а-а-а! Я ж знал, что он там. Китаец 8 Pro. Да, потому что... Но не, у меня 8 Pro Global. И мне кажется, что уже пришли прошивки. Вот я к чему. Мне кажется, что у меня, может быть, тач подглючивает сейчас. Потому что там уже есть обнова. И надо ее скачать и установить вручную. Рондо у всех по-своему, но вообще, в принципе, не особо ты теряешь скорость. И чаще всего ты теряешь где-то номинально, не знаю, там, процентов 30. Так, чтобы в два раза быстрее что-то заряжалось, я не припомню. Ну, если ты еще будешь с кулером, кстати, гонять, то мне кажется, что ты будешь очень, еще и глобалку, очень много дней, недели его мучить перед тем, как зафиналишь. Тупо лучше смарта все равно. Я говорю, какие бы недостатки при любом раскладе я сейчас не вытягивал из него, по сравнению с любым Red Magic, любой RockFon, это просто верх инженерной мысли. Опять же, любой смартфон может быть игровым при желании. Главное его правильно настроить. Почти любой. Ладно.
Без всяких там МТК желательно. Так, а что тут за заруба? Ну вот что, что, вот с сенсором какая-то беда. То ли я не привык куда... Нет, это беда. Он очень долго реагирует. Ух ты, ё. Сейчас вообще отрубился просто в стрельбе. То есть я стрелял, он просто отрубился. При стрельбе. Ладно, побежали. С яркостью пока печали нет у нас, да? Не-не-не, это боль. Правый сенсор, который настроен на увеличение, это то ли нажимать надо сильнее. Я, кстати, не нашел там особо много инструментов для настройки чувствительности у сенсора. Ну и что это такое? Вот я вообще его не трогал. И с тачем надо разбираться. Пока волшебным я это дело не назову. Мне кажется, глючит конфликт какой-то идет тача вместе с сенсором. Так. Вот сейчас я сзади держу палец. Я ощущаю, как он реагирует. Вот, смотрите. Да, наверное, как-то я заползаю все-таки. Прошивками правят очень много. Ну, я недавно смотрел, чувак рассуждал про то, какие рокфоны 5S суперские, рокфоны 5, 6. Я думаю, так оно и есть, что даже на трех восьмерках, которые они выгружали, у них все сейчас в огне. И смысла особо переходить нету. То есть ничего такого, какого-то суперского прироста. Единственное, он прямо аккуратненький, удобненький. Многим может не понравиться, типа потеряли свою самобытность. Мне лично, наоборот, импонирует это дело. Что они пошли к масс-маркету, и спасибо им за это. Покалибровать. Да, да, я уверен, прошивка первая. Это Tencent. Ты уже устанавливал себе прошивки новые или нет? Они вообще есть? Надо посмотреть. И что? Ну вот что это такое? Я же не фиксирую. Ты понимаешь, вот это какая-то лабутень. Это какая-то лабутень. Убираешь палец, он продолжает стрелять. Либо это имитация, что ты на курке, руку на курке держишь, и типа от нервов она у тебя там остается. Я не знаю, в чем идея. Но она неверна у них однозначно. Так, X8, X2 рукоятка, патроны, флешка. Ну, наверное, это дело тоже выкидываю. Так, там точило. Тачка не всегда значит, что там какой-то супер игрок. Правильно? Я же тоже тачкой пользуюсь. О! Вещь. Опа! Как почувствовал, да? Почти полностью в нули. Опа, увидел. Ладно. Поднимет или? Да, спасибо. А босс все в процессе, норм трубка мне заходит. Саня, по поводу прошивок, да, у меня пришло обновление уже. Ну вот, а мне еще
Почему-то не приходит. Подожди, как у тебя на Tencent? На Tencent разве приходят прошивки? Разве ты не сам вручную должен устанавливать? А, ну у тебя китайская 8 Pro, но они особо сильно-то не отличаются. У меня, может быть, уже с новой прошивкой пришел, надо посмотреть. Давай пока я поползаю. Ничего не случится от того, что я посмотрю, да? Что я, по-моему, не обновлял. У меня есть ощущение, что я не обновлял. Притом я удивился, что нет прошивок. Обновление. Нет, у меня последняя. Видишь, я три раза нажал проверка обновления. Да, обновлена. 6 февраля. То есть у меня последняя стоит. То есть, если есть какие-то глюки у этой штуки, то это конкретно проблема этой штуки, а не мои. О, я вообще без брони. Мне полностью снесли ее. Нагрудника нет. Зона есть? Зона уже почти пришла. Дайте хотя бы первый уровень. Нету. Обычно в этих углах есть. Нету, нигде нету. Нигде нету. Все, ладно. У нас уже три человека в команде. Tencent по воздуху не обновляется. Вот мне тоже так интересно было, как прилетело. Ну, по мне, не знаю, по мне динамики хуже, чем в прошлых. Может, я глючу. В 6D, по-моему, мощнее они были. Либо из-за расположения, так кажется. Но это было давно. У тебя ROG Phone 7 Ultimate же на руках. Все равно мне кажется, что было посерьезнее все. Так, наверное, я все-таки сенсором не буду пользоваться. Да я говорю, на Tencent надо... Опа. Это как в этом? Прячемся, да? В зарисовках. Это такой один тип, да. И всех вынесли из-за него. Коробки нет никаких надписей. Нет, так это не на коробке. Не убивай меня. У тебя вот здесь. Написано либо написано Tencent. Если на коробке на задней крышке написано Tencent, то это Tencent. Если написано Global, как здесь, не Global, а ROG Phone, то тогда это ROG Phone. Не шутя, я даже что-то шарю местами. Нет, это не в языках дело. На крышке все. Все на крышке. На задней. Если с китайской, то тогда можно обновиться по Wi-Fi. Не шутя, видишь, я, значит, не шарю меньше. Я шарю меньше, получается. Так, тихо. Так, а как мне определить? Я посмотрю. Я знаю, что у меня Tencent, потому что у меня... О! Где-то оттуда все. Я знаю, что у меня точно Tencent, а вот какой Tencent, я не знаю. Глобальная прошивка или нет? Только вручную, если это с китайской прошивкой. Я думал, что у меня с глобальной прошивкой, и иначе не знаю, сейчас посмотрим. Подожди, у меня же была прошивка здесь указана в настройках. О телефоне, языке. Тан-тан-тан. Вот если не сложно, посмотри.
Republic of Gamers. Проверить информацию текущая. Ну, по идее, на глобалке тогда получается, да? Подожди, а если на глобалке, то тогда... Сейчас мы симку потом будем вставлять. Мы симку будем позже вставлять, пусть он поищет нам игру какую-нибудь еще. Правильно? 46 минут мы так уже поиграли. Заметьте. Вообще серьезно. Это потому что все... Илюха пришел, отвлек. Так, а я сейчас посмотрю, что у меня на Алихе написано. На Алихе же должно написано быть, да, что я купил. На глобалке он или нет был. Пам-пам. Тихо. Ну, Чина, все правильно. World Premiere. Мне кажется, что он характеристики. Ну вот стандартный. По ссылке в описании я брал. То есть вот он указан. Чина. Подождите. Ну все, адреса нет тут. Вот видите, кстати, ценник. Ха. А к чему это все? Чина Official Standard. Там-пам. Обычно они пишут, что не обновить по воздуху. Tencent. Но это 100% Tencent. Play Store есть. И все. И больше они ничего не пишут. Ничего ж себе, их 238 штук продали. Так. И вот здесь в конце они, по-моему, напишут, что... Пам-пам. Это все реклама у них. В самом-самом конце они пишут страница. Это Global ROM, но китайский. Tencent с глобальной прошивкой. Поддерживает ручное обновление. Все. Да. Я тебе говорю, ну у меня точно ручное. Наверное, у тебя тоже глобалка, но без ручного обновления. Не-не-не-не-не, они сами китайцы пишут. Ты не совсем понимаешь, дело-то не в пруфах. Значит, у меня оно не пришло. Потому, значит, мне надо обновлять его. Ну, у тебя, значит, может, глобалка, если не Tencent. Или у тебя китайская версия. И тогда она тоже обновляется. Если сейчас, если хочешь прошить, не выйдет. Нечем шить. Нет, я хочу обновить. Мне не надо прошивать. Полетели. Всем пока, Никифоров, тебе тоже счастливо, не забывай прожать лайк. На скрине на гигабайт с лишним обновление прилетело, я тебе в ЛС... Ну, окей. То есть у тебя следующая версия получается. Хорошо. Ну, у меня и так пока, вот кроме тача, все в огне. Мы еще погоняем его. А на глобалку, кстати, мы сейчас проверим, есть обнова или нет. Потому что если, по идее, на восьмерку есть, то и на глобалку тоже должна быть. А, у меня работает по Wi-Fi обнова. С оригинальной китайской вилкой, да. Так нет, а прошивка, ты думаешь, у меня не глобальная? У меня глобальная прошивка. Думаешь, нет? Короче, там надо посмотреть просто номер обновления. Я же показал, какой у меня. Сравнить с твоим. И все. Сейчас 5 секунд. В личку скинул. Номер версии 4218. У меня... Угу. 14.20. Не, у тебя новее. У меня 12.10, видишь? Но у тебя на 8 Pro. Может, на 8 Pro есть, а на восьмерку нету, правильно? Может же быть такое, может. Но точно надо устанавливать, тем более на гектар. Окей. Значит, у тебя китайская версия. Либо чистой воды глобалка.
Так, мне обнову надо качать сейчас будет. Ну да, без обновы никуда. Ух ты, ёшки, со всех сторон. Ёшки. А! Ну ладно, ладно, давай. Бери меня в команду. Спасибо. Баты. Заруба у ботов. Так, и хил. Надо обновляться. Рокфоны всегда топчик. Не бывает не топчиковых рокфонов. Так, все пустые. Так, им нужны энергетики еще. Опа. Что за штука? А, это кого-то снесли? Да я видел, видел. 14-12. У меня 12-40, по-моему. То есть у тебя последняя. В PUBG появилась максимальная графика в 120 FPS. Вопрос, как он в 93-2-0? Такую смуту навели. Кто? Кто где? Кто где смуту? Ну, здесь кто-то где-то бегает. Еще и катается кто-то. Впервые не бот, да? За всю игру. Зачем он остановился, интересно, единственное. У тебя китайская версия, там разные прошивки. Во! Так слышишь, подскажи мне все-таки. Герга PSPB. У меня последняя прошивка или нет? Ты же видел мою, если тебе не сложно. Если ты заинтересован для чистоты эксперимента. А у меня получается глобальная прошивка. Ну да. У меня Global ROM. А у тебя такой же? Подожди, стоп. Может быть, нет. Нет, у тебя тоже Republic of Gamers. Хотя у тебя написано System Updates, а у меня... У тебя на английском он, что ли? Я, наверное, не прочитал. У меня система. Обновление системы. Вот, по-русски все. То есть у меня, наверное, Global, нет? Ну ладно. Неважно все это. Ну, важно, но потом разберемся. Или нам поможет Георг СПБ. Нет прошивок новых, да? Ты посмотрел? Ха. Значит, все актуальненько. Значит, и не надо переводить заново все тесты. Так он и так все тесты хорошо прошел. У меня вот
только Quation к этому, к тачу и все. Не забываем прожать лайк по возможности. У нас, кстати, Илюха заходил недавно, Дима Вайпер, потому что он оказалось у него в рекомендациях, и он обедал, что ли, или чай пил. Притом, по-моему, на смарт, который он уже делал обзор. Я уже не помню, на какой. Но недавно прям приходил. Я его первый раз в жизни видел в сети в онлайне. Где-то. Я сначала подумал, что фейк, но нет. 173 есть, качай. Ну вот. Ссыль скинь мне в личку, пожалуйста. Если не сложно. На новую прошивку. В телегу. Если сложно, не скидывай. Опа. Типы садятся. Сразу. Типок залут он попытался быть. Какой же я бездарный. Какой же я бездарный. Бездарный игрок. Столько хаоса. Так, норм телефон, вообще огниво. В хорошем смысле. Так, чего мы бегаем? А почему мы еще одного типа не взяли, интересно? Не знаю почему. Тач этот. Тач рознь, да? Так, а там мы всех выносили, что ли? Или? А, это я его вынес. Опа. Ничего себе. И получается, тащил товарища или что он делал вообще, не понял. В общем, что-то он делал абсолютно бесполезное. А кто его успел вынести-то? Все поднимают уже. Зачем мне эти 180 патронов? Я не знаю. На минке весь сижу. Так. Рокфон 7 или 8? Конечно, 8. Всегда и везде. Я говорю, по... Хотя, смотря какая там разница в стоимости, кстати. Какая там, интересно, разница в стоимости? Использовать. Настроить. Бросить. Бросить. Может, тачи исправили. Главное, чтобы WW было. У тебя Tencent версия Globe прошивка. То есть ставил. Такой вариант будет обновляться только вручную. Ссылка выше под. На последнюю прошивку. Где ссылка? Не вижу. Ты, наверное, ссылки он банит. Скинь мне в ТГ, если не сложно. В личку. Колда вроде лучше ведь или нет? Лучше чем что? Лучше в чем? Кстати, мы можем сразу здесь же и проверить. Считайте, яркость не сбросил.
860. Нужно не тестить. Вот там типа вопрос где? Сто процентов здесь, но вопрос где? Я думал, он просто лежит. Ха. Было, конечно, неудачно. Думаю, ничего ж себе лежит какая-то штука. Так, ну все. Выход. Мне ничего не помогут спрыгнуть. У них нету этой штуки. Так, мы отыграли. Ровно как раз. Час 02. Было 95%, стало 91%, 24%. Очень даже классно. Если говорить про температуры. Температуры. О, крышечка у нас 41,4, лицо 39,4, 39,3. Норм, норм. Можно переходить плавненько на что? Правильно, на Genshin. Genshin я уже запускал, поэтому можно в принципе просто. Ну-ка, мы еще заряжаемся, кстати. Можно просто его засечь еще под заряд. Заряжается он уже 42 минуты, но для первой зарядки это просто тема, потому что я говорю, я думал, что мне будет благополучный конец с этим восьмым не заряжающимся. Но не со всеми смартами так бывает. Бывает, видите, все хорошо. Там есть я. Там я есть. У меня, кстати, Ace 3 до сих пор заблокирован. Илюх. Надо, наверное, этому Василию написать, может. У него тип этот разблокирует за деньги. Но мне еще деньги не вернули за него. Мне китаец возвращает $96. Или 86, или 96. Я сейчас проверю, кстати. За как раз то, что он заблокированный мне отослал. Потому что я у него спросил. И он такой, да, я потом тебе разблокировки код пошлю. И в итоге не послал. Возврат денег. Ага. Завершенная. Сейчас найду. 27 секунд. Как-то долго. Сейчас мы еще разок попробуем. Может, я не здесь прогружал, а на 8 Pro. Но, по-моему, здесь. Так. Еще разок. Потому что как-то долго. На 13 Redmi Road. Да, будет, я все купил. Все Redmi, все 5 штук я купил, по-моему. По-моему, 5, если я не ошибаюсь. $395 я купил и возврат. Я так и не понял, где возврат мой. Следить заказ. Запрос завершен. Так, понеслась. Да. 89, 90, 89, 20. То есть я заплатил за него 395. И 89, 300 баксов мне обошелся в Ace 3. Норм. Пусть даже заблокированный. За 300 баксов пойдет. Спасибо большое. Георга СПБ. Там, я надеюсь, готовы я на последний. Ты крут. А я нет.
Что-то я как-то не вижу прошивки. Ты в какую из групп заходил? В PolzaNet стримы? Ой, в PolzaNet или в дневник PolzaNet? Ну что, как-то долго он загружает. Ну ладно. Это все не важно. Сейчас мы посмотрим. Миллисекунда как плохой инет. Может из-за инета. Графика средняя. Дайте 60 FPS, но ему прям плохо будет. Ему будет плохо. Запоминаем градусы. Так, стоп. Тачем я пользоваться не буду. Мне, кстати, интересно, что они пофиксили там с этой камеры. Так, может, камеру пофиксили. 70% и секундомер на 15 минут, и потом, наверное, к вопросам. 70% на 15 минут, потом к вопросам от вас по поводу того, что загрузить, если еще останутся, а потом розыгрыш. Ага, Asus ROG Phone. ПО. О. 5,4 гигабайта. Окей. Спасибо. Уже качаю. Раз, два, три. Все. В принципе, можно выполнять какое-нибудь задание. Сюда, допустим. Как участвовать в розыгрыше? Джамик, поэтому вот не надо. Там читать надо, забей. Не стоит. У нас защита есть. Ты реально не знаешь... Ну, если ты не знаешь канал PolzaNet, то вообще не заморачивайся. Как ты сюда вообще попал? Признавайся. Call of Duty Mobile. Окей, дайте 15 минут хотя бы погоняем. Хочу посмотреть, как он себя поведет. Потому что, учитывая, что мы недавно мучили его в PUBG, и он еще горячий. Вы же видите, что температура 41 сейчас. 49, 76 GPU. Кстати, такая. Да. Так, откуда? А, это этот тип. Он же еще живой. Кришнаид. Ей. Да, вроде качаю уже Universal. Не, да я про Вайпера, ну, слышите, это легенда. Вот как вообще, это же не в плане, не на серьезных там... Я не по-серьезному говорю, смотрите, ну, смотрите, он очень позитивный чувак, очень сильно расслабляет. Я не говорю про обзоры, у него специфическая подача. Он миллионник, миллионников не судят, друзья. Даже когда кто-то, кто в морозилке проводит тесты на смартфонах, дойдет до миллиона, вообще никаких претензий. Просто пока миллиона нет, можно критиковать по чуть-чуть. Хотя шорцами можно, в принципе, довольно быстро залететь в миллион подписчиков. Мне так кажется. Ну, мне не быстро, мне вообще нереально. Я вот эти шорцы делаю, вот, все равно талант должен быть. Либо какой-нибудь чувак-креативщик. Кстати, шорт с топ-10 смартфонов у меня все-таки 100 тысяч набрал. Обзоры смотрел, но на стримы не заходил. А,
Хорошо. Где что сейчас установлено именно WW? Так, а как я убежусь? Я же тебе показывал. Worldwide. Мне кажется, вот это вот моментально просто раздолбает и все. Курсляс. Не ищем легких путей, да? Так, куда я иду? Неважно это. В другую сторону вообще шел. Гениально. Судят. Чего судит Эдуард Б? А, у меня интересные сообщения только. Так, стоп. Вот это вот типа надо уйти. О, да я ж пытаюсь от тебя уйти, друг. Влад Сушков. И, ну, тебя ж по какой-то причине заблокировали. Опять же, наличие... Вот давайте, друзья, не будем путать зеленое с теплым. Вот есть канал, есть стримы, приходите, отлично общаемся. Если телеги не могут вам подходить по миллиону причин, ну вот, допустим, хочется вам пообсуждать что-то, что... Ну, я же к вам не прихожу домой, не говорю, давайте поговорим на ваши темы, по вашим правилам, и вообще слушай меня. Нет. То есть не подходит вам место это, не подходит, значит, и все. Не заморачивайтесь. Море просто, миллиарды чатов существуют, где вы можете узнать все и найти себе по душе какой-то контент и фидбэк. Я говорю, меня больше всего умиляет, когда люди приходят и пытаются чего-то доказывать. То есть, и потом удивляются, а как будто это мой чат. Почему я должен под кого-то прогибаться? Чтобы там было больше людей, я думаю, за столько лет уже народ заметил, что это не важно вообще, сколько там людей. Вот просто не важно. Хорошо, что люди приходят. Мне их всех приятно видеть. Если они что-то там не хотят по тем правилам, по которым существует чат, находиться там, ну зачем там находиться? А стримы это другая история. Есть другие правила. Я очень много всего здесь оставляю, потому что YouTube, это не телега. Просто за телегой надо еще, видите, следить. То есть, если ты ее чуть-чуть пропустил момент, может быть печаль. И поэтому лучше лишний раз человеку заблокировать и все. И чтобы за ним не следить. А YouTube норм, у него внутренняя, во-первых, есть хорошая. Блокировка. Так, 5 секунд. Вот какой умный. Хорош. Не, вот в это в кайф. Хотя он тепленький такой. 43-55. Заметьте, кстати, GPU стала меньше температура. Но общая 43 довольно приличная. Как правильно Люк сказал, вот тебе не на батарее градусник, как у Xiaomi. Так, и что, куда-то мне надо телепортнуться. Сюда давайте. Админка слетела у кого? Эдуард, к сожалению, вы тоже уходите. Мы это не рассуждаем на тему новостей. Вот единственные новости — это железка в ваших или моих руках. Все. Вы пришли на стрим с прожаркой смартфона ROG Phone 8. Какие вообще шаманы? Вы как... Что это за дичь? Обсудите это дома на кухне. Все эти сарказмы, кого там судят, кого нет. Говорю, следующее, это уже просто шаманов начнут обсуждать. Я вообще никогда в жизни не понимал никаких людей, которые покупают курсы по саморазвитию. Но мне кажется, это чисто женская аудитория. Вот это вот Таро, а потом что еще? Поверь в себя.
То есть вместо того, чтобы работать, заниматься спортом, там, не знать, бросить вредные привычки, развивать какие-то качества свои, поверь в себя. Помни о том, что ты хочешь. Мысли материализуются. Что за дичь? Вот просто дичь. И поэтому воспринимать новости о подобных существах, это тоже то еще извращение. Что ж такое? Ужасный арбалетчик. Вообще, почему я не попадаю? Как смартфон? А, мне очень скользко чуть-чуть и потно чуть-чуть уже. Но мы уже играем больше часа, хочу отметить. Но без чехла. В целом впечатление круто. Круто. То есть вон 60 FPS держит. Чего? Это после часа Геншина на 90 FPS. Он даже без вот этих новых прошивок, вот просто сырой смарт, очуменно себя ведет. Говорю, стабильность у меня 83 была в 3D марке, у тебя была 85. Но говорю, для меня вот я четкую параллель вижу между смартфонами, как они показывают себя в тротлинг-тестах. Жесть. Вот это я тут унга. Вот, как они себя показывают в тротлинг-тестах и как они показывают себя потом в жизни. В играх, допустим, тех же. Хотя много народа говорит, что тротлинг-тесты абсолютно бесполезны. Вот, допустим, на тротлинг-тест по 100 потоков посмотреть, вот ничего удивительного. Вот откуда такие данные. Да что ж такое-то, а? Ну ладно, нам не очень-то и надо, в принципе. Мазохизм такой, взорвать самому. Сколько экран нагревается? Сейчас покажу. Но экран, кстати, меньше нагревается по ощущениям, чем задняя крышка. Но все равно потеют. Потеют ручки. Жарко. Жарко. Не обжигающе. На Asus, на этом Red Magic было обжигающее ощущение. Ну, хотя типа круто. Он через рамку передает тебе тепло, выводит. Ну, но кайфа от того, что он у тебя выводит в руку, вообще мало. Разумеется, с кулером будет вообще божественная просто фигня. Я не знаю, мне не кажется, что даже если 5 часов играть даже без кулера, будет какая-то проблема. Опять же, кулер десятку стоит. Десятку. Я вот какую штуку никак не могу протестировать. Жидкостное охлаждение для... Я, кстати, хочу iPhone погонять так. На OnePlus-овском жидкостном охлаждении. Если есть желание, напишите. Яблоко подвесим, и все, и будем гонять. И посмотрим, может ли он так. Но это, конечно, изврат еще тот. Но, с другой стороны, тоже какой-то опыт. А, модераторка слетела? Не может быть. Где именно Universal? Здесь? Задняя крышка, вот здесь же эти, типа силикона. Но все равно потеют руки. Сейчас, подожди. Опять же, я уже в худи сижу. Сейчас надо... морозилку включить. 41. 41, короче. Тыльная. С ракет. О, победите всех монстров. Великанов. Хорошо. Почему сразу монстров? Жителей данного места. Для меня, для них я монстр, правильно? Ну, я говорю, я хочу водянку протестировать с айфоном каким-нибудь. Но опять же, что там вышло новое на яблоко? Скачать и поиграть в игруху именно. Там какая-то игруха вышла. Я ее не... А, этот, где бегает этот, доставляет. Как его называют? Скиньте мне, пожалуйста, кстати. Я ее куплю, и ее можно погонять будет. На 15 Pro Max как раз. Но я плююсь. 15 Pro в 10 тысяч раз лучше. А у Илюхи сегодня глючил микрофон на айфоне, да? Ну, микрофон здесь, в принципе, не от АС. Фронталка убогая, Илюх, если ты еще здесь. Очень убогая фронталка.
И... И... Death Stranding, да. Притом она у меня есть на компе, и сын 10 лет пытался играть, в общем, Нил. И у него в какой-то момент все равно одному становилось страшно. Но она реально страшная игруха, кстати. Такая. А сколько там ограничений? 16? Осуждаю сам себя, если 16. Я не знаю, сколько там ограничений. Не, ничего не опоздал. Все норм. 70% заряда нам еще покачать можно всякие игрухи. Пишите игрухи, которые скачать. Я думаю, что... Ух ты, ёшки-гогошки. Это типы еще не погибли. Да. Вот и так. Вот так тебе. Ага. Вот так. Вот так. А, этот зеленый тип еще живой, прикиньте, где-то. А где он, интересно? Я думал, он погиб уже. Ёшки, где же этот чувак? А, вон он. А, сначала надо с ним разобраться, потом красненького уже валить. Почему я думал, что я тебя убил? Победил. Осуждаю. Саня, iPhone 15 Pro Max, отдельная песня. Кстати, обычный 15 Pro, 15 Pro вообще волшебен. Просто. Просто очуменный смарт. Вот насколько волшебен 15 Pro, настолько этот телевик X5 убогий на iPhone 15 Pro Max. Так, а я забыл про то, что я заряжал смартфон. Да и все с ним. Все равно будет заряжать надо заново. А, кстати, про глобалочки. Мы сейчас посмотрим. Вышла ли глобалочка? Я чуть не понял, почему китайские надписи на глобалке. Псевдоглобалка, да? Tencent. Вот ощущение, что он сам себя как-то умудряется охлаждать в процессе. Я не понимаю, как. Потому что яркость он не сбрасывает вообще. Ну, давай быстро, быстро, быстро попытаться его поймать. Ну, по-моему, не поймаю я его ничуть. Не, это бесперспективняк. Это унизительно. Потеря времени. Это унизительно. 15 минут, 7%, 4 раза, 28 примерно в час он будет поедать. И не ждите, что он у вас сбросит яркость, он не хочет сбрасывать и все. Я так не играю. Чувствую свою бесполезность. Очень много интересных. Кто пишет, на мобилу играет, либо играет вовсе плохо ищет. Игры маленькие. Игры вообще море. С этим я не спорю точно. Вот сейчас мы посмотрим система обновления. А, ну вот, у меня как у тебя, видишь, 42, 14, 20, 218 на глобалке. Да, он по сути странно. Ну, в общем, вот так. Что странно, с другой стороны. Убедите всех монстров. Да вообще просто какая-то. И это просто вот из коробки, даже без последней обновы, которую уже, кстати, скачал и буду устанавливать. Надо посмотреть, как вручную. Мне кажется, там просто устанавливается все. Распаком устанавливается. Все уже пошло по небратству тут на стриме. Привет из Патайского. Напротив храма.
Портируют на Android. На Android я не знаю, но на яблоко много портируют. Эпичного. Я все жду ассасина. Но Death Stranding можно гонять, кстати. Вот прям в нули, чтобы разрядить iPhone 15 Pro Max на, получается, этом, на Акуме. Так, а этот я, наверное, этого типа не победил. Это слишком крутой тип. Вот это еще 44 уровня. Да пошли они в топку все. Я лучше здесь. С обычными игроками. По одному, как говорится. Так, а что здесь такое? А, вот он. Ёшки-гогошки, там что по мне стреляет вообще? Там варятся эти штуки, что ли, такие же выползают, нет? Из котла. Все, это раз. Второй котел. А, вот этот тип. Так, так, так. Да что ж такое? Почему я каждый раз, когда стреляю, они мне мешают? Какой-нибудь должен быть этот. Френдли. Вот, все. Френдли подход. Так, War Thunder. War Thunder на мобиле, он прикольный разве? Так, ну что? Все, база снята. Не-не-не, надо валить. Надо валить. Прям капитально. Какой-то он эпичный прям. Прям эпичный-эпичный. Типок. Ей. И вот эта вот штука. Что, кто-то по мне стреляет еще остается. Вот он. Вот он по мне и стрелял все это время. Да, как-то от того, что я 300 с него снял, ему вообще ни тепло, ни холодно. И это 6. То есть будет еще 5. Только этот исчезнет. Надо закончить эту штуку, и потом уже все. И потом будем качать игру. Ёшки. Я раз. И два. И по одному. Да. Тыкалка просто. Давайте мне плюсики повыведем. Так, это 9. То есть там потом будет еще какой-то супер тип. Этот не последний, я понимаю. Да ладно. Вот щит нужно спалить. Ну и ладно. Главное, щита нет больше.
Какая тебе разница? Да серьезно, нуби это вообще шелокоблок третий эшелонный. Ну ты стебешься? В которой невозможно играть больше получаса вообще никак. Как мне говорят, кулер купи, кулер. Вот зачем кулер здесь? Вот он. Вот он работает больше часа. Больше часа уже. Уже 1:20 просто. Притом еще раз повторяю, что это самое вот, что ни на есть, сырая тестировка. Потому что смарт еще новый. Все, еще один тип и все. А, все, уже победили мы. Задание выполнено. А. Так, а мы как-то разбить их можно, да? Может быть, воздухом? Да. Все, зафиксировали 42 градуса, 61 минута, и все это максимально унизительно. Без всяких 25%, в общем, без всяких прошивок, настроек, полтора часа хардгейминга на очень злых настройках эта штука выдерживает. Теперь к вопросам. Да, War Thunder. War Thunder, Call of Duty. Окей, Call of Duty качаем. Допиливают Warzone, еще можно запустить на телефоне. Понятно. Повзломали от Фила. Фирал. Вместо 15 Pro? Да. 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 Ну, смотрите, я убиваю просмотры свои. Те 100 человек актива, которые сейчас в онлайне, теперь не будут смотреть обзор. Вот так. Ну, может быть, Black Shark еще проснутся. Ну, Call of Duty реально люди играют, многие. World of Tanks проверять на таком устройстве, это, мне кажется, грех. Не забываем прожать лайк. Все, кто пришли, огромное спасибо. Мучаем Asus. Тишина в эфире. Все норм. Все, все включается автоматически. Он еще качать будет, черт знает сколько. Ну, сейчас посмотрим. Вот он, гигабитный интернет. Все в огне. Кстати, а если смотреть на то, что он делал в PC-марке, видите, все было плохо. Залоченными 165 герцами. Прошивку в корень в зиповском архиве, я правильно понимаю, да? Или разархивировать и перезагрузить? Play load. Разархивировать или в архиве прям закинуть? О телефоне, полное название сборки. Настройки о телефоне, окей. Так я ж так смотрел, нет? О телефоне. Система. Обновление системы. О телефоне, понял. Общая информация. Так, Android. Да, www. UK. Да, этот телефон совершенен. Ну, насколько может быть совершенен игровой смарт? Опять же, по моему субъективному мнению. Без распака. Ну, все, все в огне. Можно прям замутить хоть час. Кстати, можем протестировать сейчас этот Gen 3. Здесь же Type-C 3 Gen 2, правильно? По идее. Так, что у нас тут? Вот USB 3.0.
Если у меня правильные кабели, правильный USB-шник, мы сможем сейчас установить сюда прошивочку пока. Но пока не устанавливаем, просто пока скинем. Передача файлов. Передача файлов. Скажите, я вообще не жалею смартфоны. Параллельно что-то качается, еще что-то. Но так оно и должно быть за цену ноутбука, там, не знаю, компании плохого. А, это SSD, Rockfon, вот он, внутренний накопитель. Все. Качаю прошивку на 5 гигабайт. BIOS ПО. Подождите, а у меня она такая же, как была. А, нет, 173. Да. Ну вот можете засечь, сколько там, 1,5 минуты. Он показывает 9 минут, но качает очень быстро. Это нормальный кабель, это, по-моему, Xiaomi кабель. Ну, короче, 5 гигабайт он уже на 30% скачал, чтобы вы понимали. Так, здесь Accept. Здесь с Фейсбуком зайдем. Чего его... запрещенная в России штуковина. Ни в коем случае не пользоваться. У него боковой USB. Так я в курсе. Нет. Так... А этот тоже. На... Говорю, половину уже скачал, 5 гигабайт. Ты хочешь сказать, что это 2.0? Когда Габла... А что, разве не продают сейчас глобалку OnePlus? По-моему, продают. Так, ну все. Мы хотели посмотреть 120 Гц, да? Да серьезно, я еще обучалку сейчас бы... Кстати, что больше всего бесит, даже если ты прокачан, тебе надо проходить обучалки. Я вспомнил эту группу. У меня есть прокачанный аккаунт. Мне кажется, у меня их столько, прям этих аккаунтов прокачанных, что прям много. Так, где у нас не стор? Где у нас настройки? Мультиплеер, старт, стор. Ну где? О, все. Basic Audio and Graphics. Пам-пам. Фреймрейт. Ультра. Так, Customize Color не хочу. Есть 120. 120 есть. И... Если они здесь, мы увидим сейчас. В игре. В меню 30 пока. В Call of Duty. Так это и есть Call of Duty, нет? Ну, Call of Duty 120 Гц. А, Max графику. Ну, давайте. Если что, у меня уже скинулась прошивка. Так, какой алгоритм? Тихо. Настройки. Сведения ПО. Обновление системы. Проверить обновление. Вот. Обнаружен файл. Обновление системы. Ха! Не зря стрим проходит же. Обычный перепрошитый Китай. Ну, вы обзор смотрели. А зачем вам смарт, который может быть заблочен? Я повторяю еще раз. Ace 3 мне пришел разблоченный. И заблокировался потом. То есть его разблокировали перед отправкой. Вам нужны эти проблемы? И бенды у вас не появятся от этого. У меня 3.20. Надо уже все. Надо разыгрывать и убегать. А сейчас я посмотрю обновиться и посмотрю настройки графики, окей?
Ну, мы его и в хвост, и в гриву, вот честно. Я не знаю, как его больше мучить. Это на такой степени очуменный сейчас. Я не ожидал. Ну, опять же, он мне, правда, и нервы потрепал. Я говорю, я не был рад. 120 FPS у меня на 6-м Рокфоне есть, а вот в Макс графике нет. Хочу узнать, если... Хорошо, сейчас. Дай обновиться, и мы зайдем и посмотрим. Можно? Все, что с надписью Intel, Infinix и Tecno, брать можно только до 15 тысяч рублей на лютых распродажах, когда их также вот в тележками привозят и выгружают, как картошку. Вот. Вот в этих случаях можно. Во всех остальных случаях, если вы дошли до стрима, тем более до моего, я уверен, что вы способны пользоваться интернет-магазинами, Авито и всем остальным. И в эти деньги вы купите какой-нибудь просто бомбический смартфон, а не этот шлакоблок. Допустим, IQ Neo Z8S. 14400 он стоит. Но подождете вы эти 2,5 недели. У вас будет абсолютно другого класса устройства, которое не сдохнет у вас через полгода. И даже если сдохнет, ну как вам сформулировать? Я не знаю, для этого... Купите Zero, а потом, в общем, вернетесь. Как большинство подписчиков здесь появляется, вы купите, а потом приходите. Потому что сейчас мы разговариваем на разных языках. Вы не понимаете масштаб проблемы. У меня глаз задергался. Каждый раз, когда вас... Я так люблю Infinix и Tecno, у меня только от них рекламные обзоры. И так я их хейчу параллельно везде. Как у него камера? Не фонтан. У меня уже были в телеге, я скидывал фотографии. Желание делать много фотографий у меня отпало наглухо. Кружки ужасные просто. Но фотки, кстати, если в телеге именно смотреть, то не такие мрачные. Вот. Вот вам фоточки. Опять же, можно, если вы как бы покупаете его, не знаю, там за 5000 рублей и планируете перепродать. Вы же, наверное, спрашиваете, куда какой-то магазин собираетесь идти, правильно? И покупать. В этом случае нет. Можно сказать, что может быть тогда уже лучше его, чем какой-нибудь Poco M5 Pro, который, M6 Pro, который еще ждать за пятнашку. А там мракобесный процессор, так там экран бомбический. Это Poco, вы его продадите потом, понимаете? А это дело, ну... Можете в армию фанатов пойти? Говорю, ну это не моя песочница, поэтому... Наверное, не ко мне. Наверное, Realme 12, когда я его куплю, они уже в продажу пошли, разве? Никита, они мне писали, если вас это успокоит. У них даже менеджер уже поменялся, но позиция осталась такая же, я сформулирую так. Ну, то есть даже для теста камер они отправили там 8000-ным блогерам, но мне, допустим, даже... Я написал, а что, как? Мне написали, друг, тебе мы не хотим на тест камеры отправлять, все. О чем мне с ними разговаривать? Я сам куплю и расскажу, и все. Также погоняем на стриме, будет отличный смарт, будет отличный. Когда я Realme не советовал? Я и без них буду вам их советовать. Просто с пометками и рекомендациями 99% покупать все это дело где-нибудь на маркетплейсах. Потому что будет на процентов 40 дешевле. У них вообще просто вот такая ценовая политика из разряда телепузики все вокруг, и они такие, а давай-ка мы вообще плюс 100% сделаем к телефону. И все такие, да, вы побежали по букве в топку. Ики Бизнес. Вот это уже, по сути, проходило, или твои знакомые. Но народ должен все ощутить для того, чтобы это не было голословно, понимаешь? Пока я это просто говорю, но они, может быть, побудут в каком-то лагере вот этих людей, у которых рокфоны... А эти, не рокфоны, а Red Magic хорошо работают. Не мне ругать людей, которые покупают Infinix. У Infinix появляются деньги, и у Tecno они покупают у меня рекламу, которая приносит мне больше подписчиков, чем любой настоящий обзор на Tecno или Infinix. И просмотров больше, кстати. Вот. X3 уже 3 года почти живет отлично. Ну и супер. Да, Realme в рознице пипец стоят. Да они вообще, как я говорю, у них кукушки просто нету. У Realme кукушки нету. Она где-то там, я не знаю, в каком месте. И такое ощущение, что у них, в общем, с одной стороны, они китайские блочат, а с другой стороны, глобалки они продают за космос деньги. Такие, нет, пусть все Xiaomi покупают. Все там в Tecno Infinix уйдут. У нас самый крутой убивающий офис в России. Так как мы не можем топить ни один бренд, никто. Так и есть.
Притом к ним все блогеры лояльны, они делают хорошие вещи. Говорю, не блочили ли бы китайские смарты? Вообще, и черт с ним, с этим русским обувь. Ну, блин, еще и блочат. Почему? По чьим, вы думаете, просьбам блочатся китайские смартфоны всякие, Realme и OnePlus? По просьбам вот как раз вот этих офисов. Которые, нет, это не мы просили, это по просьбам покупателей. Блокируйте нам, пожалуйста, смарты. Мы не хотим покупать в два раза дешевле в Китае. Заказал себе Neo 9, пока в пути. Ротлинг теста не нашел. Дмитрий, значит, вы не смотрели мой обзор. Очень печально, но факт. У меня полчетвертого, мне уже как-то рубит. Надо разыгрывать. Надо все разыгрывать. Надо посмотреть максимальную графику, как ты просил. Посмотреть, оживет ли он у меня после прошивки, а то я сейчас не ту загрузил. Будет вообще атас. Будет, ну, в общем, стрим был. Нет, я думаю, если он сам определил, то все будет good. Правильно? Должно быть good. Должно же быть good. У меня телефон их прошел без проблем, не перегрелся. Очень рад. Никита, да все норм. Не-не-не, как я уйду? У меня восьмерка, вы видите, висит. Я анонсировал розыгрыш. Ей! Обновление микропрограммы. Обновление микропрограммы. И все. Ну, говорю, даже вот на старой прошивке все было в огне. Хорошо, что много фоток и видео не наделал. Вот сейчас на новой прошивке наделаю. Не забываем прожать лайк. Я говорю, Илюха, у тебя вот посмотрят рок-фоны, но так как они дорогие, их не любят смотреть. Говорю, людям всех кажется, и они надеются на то, что какие-нибудь там как раз Текно выпустят флагманы достойные, или выпустят там, не знаю, ZTE какие-то суперфлагманы. Есть у людей надежда. Они не понимают, что деньги все уходят не в прошивки, а в расклейку объявлений в метрополитене и рекламе. Вместо того, чтобы пойти нанять еще 20 индусов. Ой, я думал, все, хана, нет. Повезло. Все. Обновляем микропрограмму. Есть чуть-чуть ощущение, что еще быстрее начал работать. Хотя вряд ли, куда уж быстрее. Но, конечно, оформление, по мне, не особо блещет. Система. Система. На телефоне. Ну и вот глобалочка. 173, правильно? Сейчас проверю. Да. 173. Подожди. Да, 173. 142, 14, 20, 173. Спасибо большое всем и Universal. Вот именно, Infinix можно брать, если не хочешь взять бюджетник прямо у дома, в рознице. А многие хотят магазины купить. Ну, опять же, там все равно будут рядом лежать старые Redmi'ки. Вот по-любому. Старые Honor и старые Huawei. И вот из этого всего дела я бы выбрал Huawei, Honor или Redmi'к. Хорошая вещь. Да. Нет, не обязательно, но иногда нужно включать голову и искать. А искать не всегда легко. Точнее, всегда нелегко. Хочется, чтобы было легко, но нелегко. Ждем, когда это дело прогрузится. Посмотрим, как у нас настройки. 2 часа 30 минут уже сидим. Учитывая, как часто мы это делаем. Вот. Ну, я говорю, я попробую погонять его в нули. Или не надо? Нет, 8 Pro мы как раз. В следующий раз уже погоняем 8 Pro. Может быть, в нули разрядим цикл игру. Я думаю, за 4 часа он умрет все равно. Любой смарт. Хотя, с другой стороны, этот за 2.30 не помер. 48%. Стрим идет 2.30, 48% он съел. Притом мы его реально третируем. Прям конкретно. Антина, окей, окей. Все. Back in action. Да что ж такое? Сколько же рекламы-то? Я, кстати, все время выделываюсь и говорю, я не знаю, кто покупает скины. В это время мой сын.
Папаня, на Roblox скинь мне на скины. И не первый раз. Вот и все ответы. Вот кого надо на стримах, да, гнать и на обзоры. И будет радость. Столько детей живет. И растет. Идеальная аудитория. Так, графика. Макс, ультра. Нет. Ха. То есть, если макс, то нет. Вот можно. Но ультра нельзя. Либо фреймрейт ультра, либо этот макс. Я удовлетворил твое любопытство. Никита, я не могу. У меня такое ощущение, что у меня будет затор с этим Sony. Мне его хочется разбить прям так сильно. Прям очень сильно. Я на него столько нафоткал, видео наделал, но меня так ломает. Такая бездумная вещь просто. Я смотрел обзоры на него. Я вообще не понимаю, как мне нормально подать так, чтобы Sony воды опять меня не закидали камнями просто и не писались по второму разу. Ну это жесть. Это просто у меня глаз дергается. Это жесть. iPhone 15 Pro. До сих пор Соколов PUBG на плечо на 15К жалко. 1,5К. Автоиммунитет. Но если с головой, говорю, айку надо покупать с головой. Если у тебя все в порядке с бендами, ты можешь их проверить. Один раз на 5 минут включить голову. Вот это меня убивает. И экономить себе потом чертова тучу денег и своим друзьям. Нет, му. А как проверить бенды? А вот они у меня не будут. Агрегат. Жесть. Человек сидит в офисе с Wi-Fi, ездит в метро с Wi-Fi, выходит домой, где Wi-Fi, его интересуют бенды, которые даже отсутствуют на его сим-карте. И он никогда не уезжает там, где они есть. Не, СВ, я не боюсь хейта, а просто когда его слишком много. У меня последнее время прям вообще SOPA Find X7 Ultra на меня просто напали. Он обзор одним кадром не отработал, не шутя. И там, в общем, понеслась просто. Да он не шарит. Он там зафиксировал. Там фокус не зафиксировать. То есть ты, ну я 4 видео сделал. То есть люди до такой степени, они не то что в голову, люди в форумах рассуждают про смартфон, говоря, вот это сделайте, а у них его на руках нет. И по сути никогда и не будет. И вот до меня это только тогда дошло, и меня прям так, думаю, вот очень нехорошее существо. И мне надо сейчас, да, чуть-чуть оклематься и потом начать. Ну и то же самое с Z-кой, Z60 Ultra. Вот такой классный смартфон. Ну и он не соответствует вообще ничего из заявленного. А так, да, еще сдох у меня. То есть, если вы платите за смарт, вы за IP68 платите тоже. И за возможность игр платите тоже. И за экран вы платите тоже. Там он сдох от воды, о чем я, кстати, в резюмирую не сказал, потому что я на тот момент не сдал. Второе, камера, ультраширик и телевики, там, хламантин. Третье, желтит экран. Ты за что платишь? А, еще проблемы с сетью. И у меня, кстати, тоже, но через день. И народ как-то вот так ужиком, блин, вот стоит он, в общем, квадратный. Что? Там фронталка скрыта. И чего? Ее, считай, нет с таким качеством. Ну, в общем, после таких эмоций, часового обзора на один и 40-минутного на другой, вот у меня будет 2 дня без смартфонов. Без смартфонов, а сегодня у нас что, да? А переходим к самому интересному. Это к чему? Правильно, к розыгрышу. Напоминаю, что там все просто. Должны быть подписки открыты. И... Ну и все. На 99% вы будете уже все в победителях, в дамках. Если у вас подписки будут открыты. Единственное, я сейчас стрим свой открою, хорошо. Потому что я сейчас его до этого видел, а сейчас я его не вижу. Народ, мне кажется, не понял, что у меня розыгрыш сегодня. Еще и здесь. Но это все мелочи жизни. Vivo X100 обновил прошивку. Люди вообще как замедленные. У меня когда обзор на него был? Друг. 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 Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг. А так, да? Так, сейчас я увеличу количество дней, потому что мы за январь делаем розыгрыш. И в январе у нас был 31 обзор. В принципе. Перехожу в розыгрыш. Правильно. Случайное число Google. Здесь все авторизовано. Сейчас я... Ага. У меня Лизонер не включилось. Сейчас я войду.
Просмотр аккаунта можно. Так, все. И не забыть отключить, да, распаковку, если Илюха еще здесь. А, переходим в розыгрыш Lizon Air. Я думаю, все прекрасно видят. Давайте Google число до 31-го. Генерируем. 30 января. У нас был... Это, конечно, ржака. Это, мне кажется, карма. Такая, ну все, Текно. У меня в этом месяце тоже будет рекламный обзор от них. Притом рекламный обзор, заметьте, я помечаю в... Как YouTube реклама. Водяной знак на видео. В описании верхняя строчка. И в прикрепе верхняя строчка. И все равно народ не видит. То есть в четырех местах еще везде в телегах пишу, что смотрите рекламный обзор. Спасибо всем за просмотр. И народ такой, что... Что это реклама? Ну, вообще. Так, напоминаю, 7 человек сегодня. 7. Huawei, да, если вам Google сервисы не нужны. Раз. Два. Я пока не поздравляю, потому что нам надо лайв-канал посмотреть у них подписчиков. Смешно, да? Разыгрываю уже не на лайв, а на стриме. Но подписчики должны быть на лайве. 4, 5, народ вкупил сарказм, 6, можно, в принципе, уже без лайв-канала делать, но все равно, так, подписки скрыты, я не смогу посмотреть лайв, минус 1, 6, Влад Сушков. Могут не все прогружаться, да? Да, свой даже не вижу. Смотреть все. А, не, польза над стримы. Давайте я этот тоже буду считать стримами. Короче, и на лайв, и на этот, на стримы я считаю. Потому что все-таки стримы уже здесь. Либо тот, либо другой. Три... Потому что человек меня интересует, можете не соглашаться, в принципе. Все равно я два Так, сообщество, видео, шорты, главное, плейлисты. Нету. Нету вкладки. Нету вкладки. Есть вкладка. Раз, два, три, четыре. Еще три ищем. Еще ищем три. По-моему, вот этого не было, да? Да, у него закрыто было. Раз. Два. Два. Три. Смотрим. Есть раз. Нет, два. Есть три. И еще разок. Мне сейчас кажется, еще раз надо будет, да, крутить. Апостолом обвешивается. Опять да. Опять ты выигрываешь снова. Сейчас я спрошу про твой дом и скажу, что я ничего не слежу в телеге, да? Признавайся. Есть. Лайф есть. Так подожди, два раза, Виктор. Нет. Два раза нельзя, Виктор. Видите, как мало комментов? Что приходится по второму разу. Тех же самых. Сложно найти 7 человек, подписанных на 2 канала. Потому что взрослые, потому что не особо интересуются, и это нормально. Сети розыгрыша. С другой стороны, мне кажется, весело выиграть что-нибудь там. Мелочь, не мелочь. Как маленький бонус. Есть польза стрима. Все. Понеслась. Раз. Добрый человек. Сергей, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 человек у нас победило. Победила дружба, да? Бензопила. Я здесь. Александр Швах. Добрый человек. Сергей Коваленко. Виктор, Влад,
Олег, Евгений. Никита, гуглы нужны не только для YouTube и Инсты. Гуглы нужны для Google Диска. Гуглы нужны для сервисов, которые необходимы активации через гуглов. Гуглы нужны для этого. Для запрещенных сетей, для активации в играх, которых половина еще и не 90% там не будет. Вот, так что не надо обманывать бабушек и дедушек. Даже если вы продавец. Тем более, если вы не продавец. Всем огромное спасибо, что пришли. 2 часа 40 минут. В следующий раз, наверное... наверное, что? Может быть, погоняем в ноль. У меня еще есть... оповский смарт. Но, наверное, да, я хочу вот этот в ноль разрядить в игрухах. Можете накидывать в комментариях, кстати, что сюда установить заранее, чтобы не тупить. И час поиграть, допустим, в PUBG, час поиграть в Genshin, час еще в чем-то и час еще в чем-то. И посмотреть, когда ему придет логичный конец. Но мне кажется, что все будет прям нереально круто. Опоссум, я наконец-то увидел тебя на стриме, я безумно рад. Наконец-то, вопреки всему, несмотря ни на что, ты дошла и смогла побыть с нами. Маны не хватило. Ну, какое не хватило? 50% мы убили. Убили. Мы молодцы, мы молодцы. Так, я надеюсь, я не закрыл победителя. Нет. Сейчас прикрепи скину. Саня потом все исправит, но это не точно. По поводу чего я исправлю? Ты тоже рада. Все, всем добра, давайте говорить друг другу до свидания. Никита, Опоссум, Дукат, Антон, Дмитрий, Колобасин, Биг Сама, Карасев, Рахимджан. Давайте всех. Архитектор по-любому. Надеюсь, у тебя хорошее настроение, архитектор. Николай Хромов. Кирилл, Universal Rus. Флоскобрат и... Илюха, распаковка, два упаковка. Спасибо, что дошел. По-любому уже спит. Без 15-12. У Universal сейчас я добавлю. На каком YouTube конкретно? Мне их три уже. Всем вам огромное спасибо за стрим. Big Sam, ZXCV. Флоскобрат, Влади. Да вообще, а чего он классный? Вы видите, в чем смысл? Вот, вот, вот чем надо сравнивать. Теперь у нас есть эталон. Может, его даже не... Не, я не я буду его продавать. Я не могу его не продать, я убил ультру. Я не хочу продавать AS3, но уже хочу. В общем, как разблокировать AS3, напишите мне в личку, пожалуйста. Как картинка, пишем. Пока фиксу оставляю. Здесь буду искать, наверное, карту захвата, но не уверен. Вот. Надо как-то придумать подсветку, чтобы не убивалась подсветка экраном. Хотя, с другой стороны, нам уже хватает, в принципе. Пусть я извращаюсь, но это и не просто экран. Правильно? Снимать. И мы справляемся все равно. Это мануал. Все, девайсу от меня, скорее всего, будет да, я думаю, вы и так это договариваетесь, не надо со мной договариваться. Вообще, это обычно обратный эффект имеет, когда со мной кто-то пытается договориться. Я думаю, как и со всеми. Утопите его. Никита, только после того, как я сделаю полноценный обзор и как Z60 Ultra, да, я пойду и буду топить. Наверное, но не факт, но скорее всего, да. Дьябло же был, да. Но еще погоняем, я надеюсь, 8 Pro. Дукат, счастливо.